следует незамедлительно, вплоть до изгнания. Нам всем приходится много работать, чтобы обеспечить безопасность в городе, и мы не потерпим преступников. Спасибо за внимание. И не забудь, тебе надо на север, к Васиру. Доставь ему филтрит как можно быстрее.
Отличная работа, приятель. Эти припасы очень нужны. Будь начеку по дороге обратно. Бандиты тут повсюду.
Что? А, так ты по поручению Клейтона. Ну хорошо, подожди, а я посмотрю, что мэр на тебя повесил. Заходи в лифт. Руки держи по швам. Хорошо, можешь подойти. Смотри под ноги. Ну-с, посмотрим, что там у тебя. Положи на стойку, посмотрим, что так напугало Клейтона. Интересно. Фелтрит. Отлично. Нужно провести опыты. Ты подождешь? Ну ты тоже весьма интересен. Чем-то ты не похож на других. Стоит на тебя взглянуть поближе. Интересно. И даже очень. Все эти маленькие компьютеры у тебя внутри. Тайны, тайны. У каждого есть маленький секрет, а ты сам большая загадка. Я давно не встречал таких, как ты, с тех пор, как не работаю на правительство. Не представляешь, как тебе повезло, что ты еще не попался правительству. Если тебя поймают, и у тебя не будет того, что им нужно, ты труп. Ты принадлежишь старому миру, а не их новому. Конечно, есть люди, которые восстают, но их мало. Это сопротивление. Не то чтобы я их знаю, просто они существуют. Маленькие группки борцов. И может быть только... Может быть, ты им поможешь. Ты смог выжить здесь. Твои навыки стоят внимания. Но этот стандартный дефибриллятор не позволит тебе долго продержаться против армии правительства. Я мог бы улучшить его. С ним ты продержишься гораздо дольше, но надо будет кое-что предпринять. Видишь ли, того, что нужно, у меня здесь нет. Но его можно найти в мертвом городе. Он так назван не зря, сам увидишь. В центре города больница, где я имел честь работать, пока не стал очевиден зловещий характер тамошних опытов. Всего, что там творилось, я не видел, но слухи доходили. Теперь город окружен огромной стеной и полон живых напоминаний об этих ужасах. Твой путь и так будет труден. Но без улучшенного дефибриллятора ты не протянешь и недели. Боюсь, у тебя нет выбора. Больница находится в центре города. Проберись в подвал, ищи все, что связано с проектом «Ковчег». Только там можно найти то, что нужно. Да, чуть не забыл. Единственный путь в город – канализация, выведенная за стены. Всех благ!